Центральная схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. Если вы мечтали увидеть противостояние Аякса 70-х и Барселоны 2000-х, то вперед! Да, расстановки сегодня можно назвать даже в какой-то степени канонической. Схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. Если вы мечтали увидеть противостояние Аякса 70-х и Барселоны 2000-х, то вперед! Да, расстановки сегодня можно назвать даже в какой-то степени каноническими. Схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. Если вы мечтали увидеть противостояние Аякса 70-х и Барселоны 2000-х, то вперед! Да, расстановки сегодня можно назвать даже в какой-то степени каноническими. Схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. Если вы мечтали увидеть противостояние Аякса 70-х и Барселоны 2000-х, то вперед! Да, расстановки сегодня можно назвать даже в какой-то степени каноническими. Схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. Если вы мечтали увидеть противостояние Аякса 70-х и Барселоны 2000-х, то вперед! Да, расстановки сегодня можно назвать даже в какой-то степени каноническими. Схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. Если вы мечтали увидеть противостояние Аякса 70-х и Барселоны 2000-х, то вперед! Да, расстановки сегодня можно назвать даже в какой-то степени каноническими. Схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. Если вы мечтали увидеть противостояние Аякса 70-х и Барселоны 2000-х, то вперед! Да, расстановки сегодня можно назвать даже в какой-то степени каноническими. Схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. Если вы мечтали увидеть противостояние Аякса 70-х и Барселоны 2000-х, то вперед! Да, расстановки сегодня можно назвать даже в какой-то степени каноническими. Игра началась, смотрим.
Гастон Перейро. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграно. Вперед идет атака. Интересно может быть. Лосано. Схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. Если вы мечтали увидеть противостояние Аякса 70-х и Барселоны 2000-х, то вперед! Да, расстановки сегодня можно назвать даже в какой-то степени каноническими. Схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. Если вы мечтали увидеть противостояние Аякса 70-х и Барселоны 2000-х, то вперед! Да, расстановки сегодня можно назвать даже в какой-то степени каноническими. Схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. Если вы мечтали увидеть противостояние Аякса 70-х и Барселоны 2000-х, то вперед! Да, расстановки сегодня можно назвать даже в какой-то степени каноническими. Игра началась, смотрим. Гастон Перейро. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграно. Вперед идет атака. Интересно может быть. Лосано. Схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. Если вы мечтали увидеть противостояние Аякса 70-х и Барселоны 2000-х, то вперед! Да, расстановки сегодня можно назвать даже в какой-то степени каноническими. Схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. Если вы мечтали увидеть противостояние Аякса 70-х и Барселоны 2000-х, то вперед! Да, расстановки сегодня можно назвать даже в какой-то степени каноническими. Схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. Если вы мечтали увидеть противостояние Аякса 70-х и Барселоны 2000-х, то вперед! Да, расстановки сегодня можно назвать даже в какой-то степени каноническими.